Мне нравится. Что мы можем себе сделать? Так, у нас есть какая-нибудь неприготовленная еда. Ну что, всем привет, друзья, с вами, как всегда, Витя, добро пожаловать уже на четвертую часть нашего летсплея. Поехали! Так, в прошлой серии мы сделали кресло для инъекций. Давайте попробуем ее использовать. Ага, вам нужна чесночная инъекция. Давайте, 1, 2, 3. О, начало охоты. Токсикант. Оу, что это такое? Капец. Мы взяли инъекцию, но я думаю, мы зря ее использовали. Мы не вампир. А, что? Дала? Что? Офигеть. Что это такое? Умение, базовая алхимия. Жесть. Очень интересно, как по мне. Мне это уже нравится. Какие-то умения, что-то это. Что это? Что? А как мне добыть человеческое сердце, я так и не понял, потому что я записываю сразу несколько серий, потому что когда вы увидите эту серию, меня не будет дома. Так что серии 7 штук я запишу заранее, а потом уже выложу. О, что это? Что это такое? Блин, все больше и больше новизны какой-то я увижу в этой сборке. Это круто. Мне нужно сейчас найти крепость, где мы были. Я не помню, где она находится, возможно, там где-то, да? Да? Да, пожалуйста. Так, давайте сложность поставим легкую, чтобы мобы спавнились. Звуки страшные будут, блин. Тут ничего нет, кроме угля. Уголь нам не нужен. Кол. Я хочу использовать кол. Сейчас скоро уже будет ночь. У нас 10 вечера уже сейчас через 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вечер. Все, у нас вечер, скоро будут спавниться мобы. Уже через 2 часа игровых времени. Это получается через 2 минутки. Так, тут ничего нет. Стоп, стоп, стоп. А где? Где моя крепость? А, вот она, вижу, все. Нам нужно добыть сколько? Сколько? Давайте посмотрим, сколько тут надо. 40 штук? Почему так много? О! Кровь. Это кровь? А что он тут делает? Ну, мне кажется, тут 40 штук не будет. Ладно, давайте полностью добудем их. Хотя, кто его знает? Ладно, добываем полностью. Так, давайте поставим, чтобы мы смогли видеть его. Да, надо было сначала разобрать потолок. Та-дам! Задание выполнено. Что нам дадут за него? Что нам дадут? Давайте. А где это задание? Ага. Ничего! Серьезно. А зачем я это делаю? Стоп, а зачем? Я же хотел выполнять за охотников. А, я и выполняю как раз-таки за охотников. А почему мне нужно здесь крафтить гроб? А, не то, не то, не то. Смотрите, это мне необходимо убить 7 вампиров. Давайте телепортируемся домой. Я надеюсь, мы опять не сдохнем. Ой, а что я сделал с мини-картой? Ой-ой-ой. Что я сделал с мини-картой? Как изменить ее? Я что-то сделал с мини-картой. Я не знаю, что я сделал. Сложность легкая, моба пока я не наблюдаю. Давайте приготовим свой кол. Это не на криперах, точно надо использовать. Вампиры, где вы? Где вы? Ну, давайте, давайте, не выходите. Во-во-во, вижу. Охотника вижу. Это охотник, да? Охотник на вампиров, да, это ты. А где сами вампиры? На кого охотишься? Где вы? О, эндермен! Извини, эндермен, но мне обязательно 100%... Ты где? А, вот он. Извини, но мне придется тебя убить. Посмотрите, как у него глаза офигенно выглядят, светятся. Круто с этими шейдерами. Давай. Опа, опа. Че? Ты был довольно-таки легкий и... Один эндер-жемчуг. Неплохо. Окей. Где? Где? Где вы? Давайте, ладно, нормально поставим сложность. Может быть, они не спавнятся, потому что у меня легкая сложность. Хотя охотник на вампиров кого-то убил. Логично то, что, возможно, он убил вампира, потому что он охотник как раз-таки на вампиров. Так, зомби. Блин, я путаю все время с яростным зомби и из мода... Опа. Таумкрафт. Блин, чуваки, представляете, как было бы круто, если бы создатель данной сборки сделал... Сборку наподобие такой же, тоже будут квесты. О, жук. Только будет квестов очень так же много. И квесты будут из модов Таумкрафт, Industrial Craft, Divine RPG, из вот таких вот очень популярных модов. Это будет очень круто. Мне кажется, вам очень сильно понравится. Я обязательно пройду данную сборку, если она будет. Обязательно. Самый первый начну проходить. Это будет очень круто, я думаю, вам тоже это, опять же, раз 10-й, повторю, понравится. Где вампиры? Вы где? Ау! Вампиры! Вагонец, что такое?
С чем можно? Ничего не делается. А что делается из панцирь? Жука. А, голубой краситель. Ну и фигня. Где? Где вампиры? Так, давайте еще раз поставим таймсет Найдл. Я не знаю, как изменить... О, это... Нет, это охотники. А, это вампир! Так, я правильно его бью? А у него хп не отнимается. Давайте ударим его мечом. И теперь колом. Есть! Я его убил... Что? Кровь вампира выпала. Ага, я вижу, вижу, вижу. Душа вампира. Можем его выпустить? Что с ней сделать? Кровь вампира. У нас... Стоп, стоп, стоп. Домой, 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 домой. Я что-то получил, я не знаю, что это такое. Я вообще не знаю, что где такое вообще, что происходит. Так, задание. Нам выпадает еще одна кровь вампира. Что? Две крови вампира. А что можем сделать с ним? Ничего. Ладно. Так, 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 так. Все. Да? Все? Ну, все. Так, давайте я вот так буду смотреть. Не, я не... А, насквозь я не вижу, окей. Мало ли кто-нибудь к нам подойдет и начнет атаковать. Оружейный стол охотника. Ммм. А вот это уже... Что? Обсидиан Айгнет? Обсидиановый... Что? Стол алхимии? Что? Кровавый шахмастер? Что? 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 Не-не-не, стоп. Да ладно. Да вы все. Да. Ай! Это жесть. А как крафтятся вот эти рунстоун? Блин, а как их делать? Жесть. Так, давайте посмотрим. Руны. Рунстоун. Вот-вот-вот, вижу крафт, да? А, нам нужно все-таки вот эта фигня будет. Угу, любое дерево, любой саженец. И вот такая фигня нам просто-напросто необходима будет. А, ё-моё. Все завязывается на крепости ада. Крепость края. А, это отдельный мод, Blood Magic. Да, это я знаю. Кровавый алтарь. Жертвенный криз. Жертвенный кинжал. Тут будет руна скорости, пожертвование, ускорение. Да-да-да-да-да. Вот это я что-то припоминаю. Оно живое. Живые ботинки. Ха, что? Я запутался. Давайте для начала выполним полностью из Майнкрафта, потому что это просто жесть. Это как? Нам необходимо добыть железо. Все. Все завязывается на шахте. Я понял. О, что тут? Скелет. Плюс 8 уровней. Спасибо, спасибо. Копия. О, а, наполнитель кровью. Я хочу на самом сделать. На самом деле сделать вот это. Это очень крутая фигня. Это очень крутая фигня. Если вы не знаете, давайте я вам попозже расскажу. Но я уверен, что крафт тут сложный. Слиток хладного железа. Как он делается? Ледяное пламя. А как он делается? Торговля с крестьянином. Точно, нам еще необходимо найти обязательно жителей. Потому что это плохо будет. Белый железный зонт. А нафиг он тебе нужен? Не знаю, зачем он тебе нужен. Наше знание лишь капля, а неизвестность океан. Темный кирпич. Жесть, что это за крафты? Печь духов еще надо сделать. Ядро наполнения, Что, ё-моё, я просто не понимаю, как я буду все это делать, это ужас. А, единственное, что мы можем сделать себе, это... Сейчас, внимание, внимание. Вы готовы это увидеть? Это очень сложный крафт, это самое сложное, что есть в данной сборке. Внимание, мы берем палку, мы берем, делаем себе факел, но не просто факел. Далее мы факел Стоп, что? Что можем сделать из факела? Что это такое? Кого? Но мы дальше факел обкладываем булыжником и получаем костер. Мы как лиса, я напугался от лисы. Во, можно тут сидеть, ноги греть. А он декоративный, да? А, что? Посмотрите, посмотрите, он из-за шейдеров как виляет. Но он красивый. Будешь есть? Нет? Ну ладно. А я могу чеснок есть? Не, я чеснок не могу есть, я странно, странно. Ну хотя, 20 факелов, спасибо. Стойка барбекю. Костер. Иди-ка сюда. Выпадет ли он нам? Да, выпадет. Костер. Иди-ка сюда. Так, что нужно? Палки, палки, палки. У нас есть как раз-таки, кстати, 3 палки. Замечательно. Стойка барбекю готова. Что? Сделали? Так, где задание? Угу. 3 железные руды, спасибо. Котелок над костром.
Уже нужно железо. А, и деревянная рукоять. Окей, давайте столько. Блин, офигеть, посмотри, как это круто выглядит. Это очень круто выглядит. Мне нравится. Что мы можем себе сделать? Так, у нас есть какая-нибудь неприготовленная еда? Ой, свеча, блин, круто. У нас нету неприготовленной еды вообще никакой, абсолютно. Батон приготовить мы не можем, потому что он уже приготовленный. Нет, пока у нас нету. Ну ладно, будем думать, то, что это какая-нибудь полезная фигня. Железный сундук нам нужно сделать, у нас железа мало, да? Медь, железо, где железо? Непереплавленные 3 штуки, нет, это очень мало. Контейнер крови. Пусть тут стоит, мало ли он зачем-нибудь нам пригодится в следующих сериях. Я более чем уверен, что он нам пригодится, но я не знаю, как это делается, что это? Кабель хранения. А вот кабель хранения мы можем сделать, но пока не будем, потому что я не знаю, что это такое. Белый спальный мешок. О, блин, шерсть нужна! Тотем бессмертия. Он тут есть, кстати, нам необходимо найти чувака, который торгует всем этим. Также мы уже в следующих сериях пойдем в ад обязательно. 24 железные руды надо, потом сделать золотое лассо, которое сможем притягивать. Опа, опа, это в следующих сериях паук. Давайте 10, еще одного паука нам надо убить. Как раз сейчас ночь. И, пожалуйста, напишите в комментариях еще раз, как мне убрать эту карту, поставить ее на нормальный режим. Потому что я не понимаю, карта стала на пол экрана просто-напросто. Где вы, где вы? Да ладно, че, серьезно. Так, мой, так сказать, новый дом. Не, я лучше построю. А! Да. Спасибо. Где вампир? Я хочу вампира. А, стоп, умение. Что мы можем тут? Разблокировано. Любого вампира. Ага. 0 очков. Кстати, 0 очков у нас. И что? И что нам это дает? Нужно... Опа, я слышал паука. Паук. О, ведьма. Ничего себе, я очень редко вижу ведьму в Майнкрафте. Нам выпал опять же кол. Выпал или он у нас был? Ну ладно, не суть. Грязная щетка. Можем ее почистить? А? Можно, не? Но я думаю, нельзя. Так, скелет. Спокойно. Здрасте. Капец, он просто, посмотрите, как мансует. Это, что это? Зато у нас есть теперь косточки. Скоро мы сможем выращивать себе еду. Это очень хорошо. Это прям очень... Опа. Охотник... О! Заплатите мне еще одну бутылку крови, чтобы обучить вас. Что? Хорошо, я буду обучать вас. Новый уровень. Я надеюсь, что вы что-то узнали. А! Стоп, 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 стоп. Ну-ка, давай еще раз. Еще 4 бутылки крови. Да ладно. Блин, это круто. Смотрите, тут сколько навыков. Базовая алхимия. Отталкивающий вампиров. Улучшенная варка зелий. Эффективность зелий, ага. Оповещение о вампирах, улучшение оружия, улучшенная броня. Офигеть, блин, это круто, мы у него будем прокачиваться. Но нам необходимо еще 5 бутылок, а это очень много. Пока мы добыли всего лишь напросто 2. И то нам заплатили одну штучку, потому что мы выполнили задание. 2, и вот надпись, видите, тут надпись 2. Как мини-карту сделать поменьше? Как? О. А, это шрифт. Нет, не то. Человеческая плоть. А мы можем ее съесть? О, можем. Что нам даст? Ой. Я завершил испытание, каннибал. Что? Не-не-не-не. Ай, что я сделал? Что? Так, слепота 2 на 40 секунд. Вы что? А с моим там... Ха. Я ничего не вижу. Это из-за моих шейдеров, да? Я слышу скелетов. Яблоко на ветке. Угу. Пчелка. Медовые соты. Пчелиный воск. Рутс. Блуд Мэджик. Что это за... А, что это за броня? Хладного железа. А, да-да-да-да-да. Хладное железо получаем с помощью одного железного слитка. Одной железной руды, точнее. И ледяное пламя в бутылке. А еще как можно ее получить? Никак. А ледяное пламя можно или с помощью перегонного куба сделать. Опять же, сложно довольно-таки. Либо с помощью торговли с крестьянином, что мы, скорее всего, будем просто-напросто торговать. Но нам необходимо найти еще деревню, а она, скорее всего, будет на каком-нибудь в заднице какой-нибудь, далеко от нас. Но мы все будем это делать на стриме, чтобы не было скучно, что ли. А я думаю, на этой ноте мы будем понемножечку заканчивать. Мы сделали довольно-таки неплохое развитие. Кстати, я потерял шлем.
Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Визор, и вот этот замечательная стойка барбекю. Всем удачи, всем пока!